Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова Ви, и мы с вами продолжаем смотреть на новые юниты издания модификации Project Raptor 9.1.13. Итак, настало время генерала VGLA, или Гао, Гла, неважно. Собственно, первый на очереди у нас генерал Токсина. И я решил небольшой эксперимент устроить, я против командующего Китая. Не знаю, будет ли вылет, не будет ли вылет, а я хотел вообще изначально против пехотного генерала, но... Все мы знаем проблему. Потому что на пехотнике вылетает. Играешь ты против него или за него? Эксперимент уже проведен. Ну, давайте без лишних слов попытаемся. Ключевое слово «попытаемся». Что вам от меня надо? Так. Это непростая работа. Казарма. Я подчинюсь. Сюда это здание не вместится. Снабжение. Мне нужно... Наша работа выполнена. Хотя... Не делайте мне больно. Наша секунду. Работа выполнена. Окей, ладно. Это непростая работа. Я всего лишь крестьянин. Как бы... Я выполню свой статус. Я буду работать. Твою ж мать. Нехилая была работа. Я Неужели буду работать? Нет каких-нибудь других сюда. Инструментов? Я Твою буду работать. Мать. Что вам от меня надо? Выполнено. Здание сооружено. Жопа. Ну, если это действительно Тихо. То, чего ты хочешь. Я чувствую опасность совсем близко. Не делайте мне больно. Какой тяжелый. Очень-очень хуё... Вон. Я всего лишь крестьянин. Нехилая была работа. Так. Нехилая Разведка была работа. Разведка в вашем распоряжении. Не делайте мне больно. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь, я чувствую хорошо, хорошо, я буду работать. Ты слишком часто меняешь свое мнение. Готово. На всякий грёбаный пожарный случай. Да. Так, Дива. Я не могу начать здесь строительство. Дворец. Дворец, дворец. Я сделаю все, что в моих силах. Что-то? Хорошо, хорошо, я буду работать. Да. Так, мы туда. Получили сигнал. Да. Очень печально, что нет такой простой вещи, как стингеры. Не делайте мне У больно. Этого генерала. Опачки, тихо. Хорошо, хорошо, я буду работать. Я не могу начать здесь строительство. Да. Я не могу начать. Модернизация завершена. Охраняю подземные туннели, Гла. Бой. Так. Добись. Да, иду. Готово. Укрытие. Четверо. Восьмеро. Понял то. Не делайте мне больно. Мне нужен черный рынок, само собой. Я постараюсь справиться побыстрее. Никто нас не покорит. Я всего лишь крестьянин. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Да, это весьма печально. Так, боевик алькаиды. Камуфляж. Ясно. Мы посеяли свои семена на земле. Здание сооружено. Готовьтесь к бою. Так. Я голоден. Я выполню свой еще долг. Один. Тихо! Куда? Я чувствую опасность на совсем близко. Пожарный случай просто. Модернизация завершена. Спасибо. Нехилая была работа. Come on! Охраняй подземные туннели, в укрытие! Где? Разве мы не можем да жить ладно. В мире? Ну, какой тяжелый. Вот Никто нас не покорит. Я всего лишь крестьянин.
Я постараюсь справиться побыстрее. Сколько? 5 кусков? Не, ну хотя примерно раз в секунду он дает 200 баксов, так что ладно. Не делайте мне больно. Так, втыкаем бункер сюда. Я выполню свой долг. Здрасте. Здрасте, страсти, мордасти. Мы должны отстоять свою землю. Вы там охудели? У нас артиллерия есть. У нас есть скат. Наша работа выполнена. Воин пал. Окей. Неужели нет каких-нибудь других инструментов? Окей, here we go. Воин пал. А я дебил. Мы найдем укрытие в туннелях. Потому что это табурет. Ракетоноситель скат готов. Нажать кнопку. Готово. Да. Так. Лаборатория. Это непростая работа. We have discovered an enemy black lotus. Я не могу начать здесь строительство. Сдохла? Или где она была? Кое-что для общих масс. Готово. Кнопку. Так, выйдите туда. The infantry are vulnerable. О, неплохо. Мы идем дорогой к славе. Пути. Мало. Воин пал. А не попал. Наши дома в опасности. Шире вселенной, ясно, что мое. О, нет. Не. К небесам. Настал час трагедии. Так, здесь он может проехать, это плохо. Я постараюсь. Но бляха-муха. Сто. Разве мы не можем жить в мире? Сколько? 4. Ладно. Здесь недостаточное место для сооружения этого здания. Втыкаем. Втыкаем. Так, техники, тракторы, скорпионы, санная авиация, пушки, фургоны, средний танк. Я сейчас своего пса убью нахер. Квадроцикл, бомба, грузовик, скат, техник, чумовой танк. Тяжелый танк, боевой автобус. We have discovered an enemy black. Ах ты пизда! Совсем охренело, что ли? Воин пал. Готовлюсь к нападению. Наша база в опасности. Намек понят. Воин пал. Бля, что я сделал? Здание сооружено. Йохан. Мы должны отстоять свою землю. Я голоден. Кое-что для общих масс. Наши дома в опасности. Ресурсов больше нет. Ой, ёпт. Носитель скат готов. Оверлорд. Молодец, генерал, вы получили повышение. Спасибо. Что вам от меня надо? Ну пока держимся, чтобы не накаркать. Я подчинюсь. Настал час трагедии. Ну что ж вы нихера не стреляете, а, ребят. Все готово. Серьезно. Я всего лишь крестьянин. Так, мне нужна ПВОшка здесь. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Минимум одна. И мне что-то надо будет делать с... У нас сильный клан. Ракетоноситель скан готов. Обеспечиваю прикрытие. Да. Убой. А чё они не сдохли? Это можно пустить на переработку.
нехилая была работа. Я голоден. Я постараюсь пойти быстрее. Этого отведем назад. Здесь у нас что? Дальность атаки. А, токсичные потоки. 50 ущерба, защита токсинов. Что вам от меня надо? Вы бегаете туда, мне насрать. А, мне нужен шумовой танк. Здание сооружено. Да. Шикарно. Не очень-то уж хорошо смотрится, да? Так, я голоден. Починился, воткнул мне еще ну, один если дворец. Это действительно то, я чего починю. Ты хочешь, я выполню свой долг. Кому что надо. Я буду работать. Я буду работать. Я всего лишь крестьянин. Я подчинюсь. Иди, чини. Не делайте мне больно. И посмотрим, что у нас в аэродроме есть интересного. Готово. Хорошо, хорошо, я буду работать. Так, подкинь мне еще туда. Что ж скады-то не атакуют сами по себе? Я понять не могу. Их нужно ставить на эту херню, что ли, обязательно. Нехилая была работа. Прекрасное оружие. Осторожно, продвигаюсь. Скорее сюда. Все, что нам не надо. Нехилая была работа. Ну а тут мы можем отменить. Молодец, генерал, вы получили повышение. В принципе, можем. Мы пустим их в бега. Не делайте мне больно. Если сейчас мы сделаем... Да. Сюда это здание не вместится. О, пихня не пихивает. В силах. Чего тебе надо? Держись. Модернизация завершена. И куда этот мудак стрелял? Кое-что для общих масс. Ё-мать твою зно! Не делайте мне больно. Сир, ё-мать твою зно. Все закреплено. Так, окей, ладно. Нехилая была работа. Мне нужно туда... Что вам от этого меня мудака надо? Послать? Так он мне там построил ПВОшку. Да. Ну, если это действительно то, чего ты хочешь. Просто потому, что табурет. Держись! Мы порвем его на кусочки. Найдите местечко для меня. Есть что-нибудь для меня? Так, вы впихиваетесь туда. Ты стой здесь защищать, ты стой здесь защищать, ты стой вот тут защищать. Хорошо, хорошо, я а буду ты мне работать. Откнула тут чудо-нибудь ПВОшку, если вот сюда это здание не вместится. А, нет, не надо тут. Вот я постараюсь справиться побыстрее. Тихо, я так, чувствую очень привет, опасность сюда. Совсем близко. Вроде пока живем. Так, бомбарда, истребитель, наша разведчик. База под огнем. Все закреплено. Истребитель мне, судя по всему, уже... Ты что, издеваешься? Ты, блядь, издев... Серьезно? Ракетоноситель скат готов. Скат выносит... Здание сооружено. Оверлорда с одной ракеты. Какого хера ссаный зенитный танк так долго держался? Один махонький вопрос. Я буду работать. Разве будешь, будешь, куда денешься? Я буду я работать. Всего лишь крестьянин. Так, ты идешь сюда. Здесь рабочий уже есть. Я буду что работать. Вам от меня надо? А, ты мне воткни... Я не могу начать здесь строительство. А, берем все. Ну, давайте и дальность атаки тоже возьмем. Да. Ты пойдешь тоже построишь сюда мне бункер. Сюда это здание сколько не вместится. Он? Плюс 20 энергии. Маловато. Окей. Есть что-нибудь для меня? Так, и втыкаем чумовой танк. Можно 8 штук? Готово. Модернизация ха. Совершена. Можно 6 штук. Снова же очипятка. Так, 3. Ага. 2 ураганных установки против авиации. Наша работа выполнена. С
словом, идеальный танк. А, истребитель нам уже не нужны, мне нужны бомбарды. Хорошо, хорошо, я буду работать. И нужны стационарные скачки. Модернизация завершена. Здесь недостаточное место для сооружения этого здания. Йоханссон Похансон. Наша работа выполнена. Я и забыл об этом. Наша работа специальный рецепт. Пускай напал. Уничтожим его херам отсюда. В бой. Ничто нас не остановит. Просто возьмем его. Идем дорогой к славе. У этого им отсюда. Ну что, что мне с этим делать, а? Ну вот что? Идти кормить китаёзу? Ну нет, спасибо. Я его кормить не пойду. Эффективность гарантируется. Если я примерно хорошо, представляю, хорошо, что АОП мне ни хера не сделает. Я сделаю всё, если что его даже буду пытаться кормить. Это непростая работа. То китаёза меня точно поимеет, если его раскормлю. А сука, ты серьезно? Молодец, генерал, вы получили повышение. Хожу в зону досягаемости. Кнопку. Мать твою, блин. Какого хера здесь? Кто мне подскажет, кто мне скажет? Опа, мама. Да ладно. Он, походу, модельку изменил. Так, двое сюда. Двое сюда. Ничего не знаю. Здесь ничего интересного. Сколько у нас энергии? 120. Скады требуют. Разве мы не можем жить в мире? По 10. Эти ребята. По 8. Окей. Готовьтесь к бою. Ой, так, да, вы сюда. Ничто не бывает напрасно. Наше дело правое. Победа будет в наших руках. Ничто не бывает напрасно. Делаем хуя. А, так. Хуяк. Воин пал. Хуяк. В бой. Путь к свободе один. Хорошо, хорошо. Сорян. Воин пал. Что вам от меня надо? Я постараюсь справиться побыстрее. Сколько, сколько? А чё тогда хера-то? Алло. Это непростая работа. Я голоден. Я сделаю все, что в моих силах. В смысле? Моя твоя не понимает. Как хорошо, хорошо, я буду работать. What the hell? Наша работа выполнена, наша работа выполнена. С какого? Да. Я постараюсь справиться побыстрее. Ёвал. Какой? Походу, скажет, штормы они требуют больше энергии, чем 10. Судя по матери, всего. О, еще и радиус космический. Не делайте мне больно. Звездули. Да, готово. Так, окей, втыкаем. Это непростая еще работа. Один. 123. 120, мать их, 3. Запомнили. Ну, сука, что ж мы с вами-то делать? Окей. Триумф повстанцев. Техническое обучение. Херня. Засада стандарт, бабло стандарт, ремонт стандарт. Есть стир-группа. Засада из 5 человек, сбор с гуманитарной помощи. Ладно, бомба, нападение и утечка вируса. Ну, утечка вируса единственное, что здесь новое есть. Все остальное старое. Так. Не очень тоже хорошо смотрится, да? Только куда намылился? Ну-ка, ушел нахер. На место. 2, 4, 6. Можешь мне еще аэродром поставить? Кстати, как вариант. Я голоден. Нехилая была работа. Так, 123? 153. Какого? Я всего лишь крестьянин. Хера. Здесь написано, 10 энергии требует.
А на деле он, сука, забирает 30. Какого хера? Если это балансная правка, почему не написано? Моя твоя не понимает. Хорошо, допустим, 153 энергии. Сейчас посмотрим, сколько эти на самом деле забирают энергии. Разве мы Почему не можем это? Жить в мире? Че мне с другой стороны? Чего тебе надо? Нажать кнопку? Найдите местечко для меня. Техник скат — это тот же самый скат, только он более мобильный, он с тремя ракетами. И, к слову, он может стрелять обычными ракетами, а не только лишь с язвой. Мы найдем укрытие в туннелях. В этом его преимущество. Плюс он гораздо быстрее. И скорострельнее. Да. Но стоит он, конечно, соответствующий. Укрытие! Я всего лишь крестьянин. Так вот, 153 было, 159 на деле. Итого он забирает не 8, а 6 энергии. Серьезно, ребят? Ну, камон. Не смешны же такие правки. Не делайте мне больно. Точнее, ошибки. Вот, ну, сучий потрох. Ладно. Это мы сносим. We can now use our Scud Storm. Не делайте мне больно. Сюда это здание не вместится. Пихнем это вот сюда. Я всего лишь крестьянин. А, ну да. Черт. Так, вот эти. Вы должны отстоять свою землю. Здание сооружено. Этот возвращается на свое место. Не делайте мне больно. Хорошо, вот хорошо, я буду работать. И он мне воткнет вот сюда. Это еще непростая один работа. Я голоден. Хорошо, уже. Я голоден, что я возьму столько, сколько смогу нести. Вроде бы в джейла и так. Настроено все. Молодец, генерал, вы получили повышение. Здание сооружено. Это финальное повышение? Обновление. По-моему, да. Камуфляжа. Так, берем это дело, берем засаду, тир-группу, да и все. Плюс мне нужно еще раз ветку фургонов. А, это... Ага. Секунду. А, развернуться из токсичной лаборатории. Из командного центра. Расширяю зоны службы. Вирус и сибирская язва. Здесь тир-группа, засада и нападение. А, у меня такой махонький вопрос. Сколько? Одна, две. Серьезно, да? Мы пустим их в бега. Что я могу сказать? Есть что-нибудь для меня? Надеюсь, все это будет не зря. Б-баланс. Б, мать его, баланс. Окей. Ладненько.
Я голоден. Так, ладно. Авиацию мы возвращаем. Вы домой. Вы идете нахер. Сказать. Вы идете вперед. We can now use our Scud's door. Да, как-то пофигу. Так, мне нужно, чтобы вы летали в этой области. А вы будете летать вот в этой области. Есть что-нибудь для меня? Давай посмотрим, что звездюли есть для тебя, чувак. Звездюли. И пусть они валят туда. Ах да! Совсем забыл. Можно сделать такое улучшение для Скада Шторма. Воздушный взрыв, стремительные бури. То есть увеличивается урон от Шторм Скада. Сейчас мы небольшой опыт пройдем. А наш не дает. Ну ладно. Мне нужны еще ребята. И пока что мы пройдемся. Воин Пау. Ёперный карасик Генч. Остерегайтесь бомб. Надеюсь, все это будет не зря. Разведка в вашем распоряжении. Ага. Окей. Пехота. Стандарт. Повстанец. Ракетчик. Террорист. Разведка и Джарникел. Распоряжении. Пачками, штабелями. В тактичных сетях можно нанимать ракетами. Повстанцев также. Авиацию мы с вами уже видели. Бомбардировщики, где они? Планеры, разведчики. Теперь у нас есть ракеты. Теперь у нас есть ракеты. Разведка в вашем распоряжении. Собственно, ракеты визуально не меняются. По крайней мере, на площадке. Разведка в вашем. Ну, посмотрим. Так, по танкам. Обычный техник. Обычный токсичный трактор с другой моделькой. Ракетный скорпион с 5 ракетами всего лишь. Разведка в вашем вместо обычной пушки. Счетверенная пушка обычная. Радарный фургон стандартный. Средний танк. Сейчас посмотрим. Бомбовый грузовик тот же самый. Квадроцикл так себе. Но он вместо мотоциклов обычных. Скат-техник мы уже с вами видели. Чумовой танк скоро посмотрим. Пусковая установка скат. Ну, собственно, вот на этот стандарт. А тяжелый танк. Но это тот же самый мародер, на третьем уровне прокачки. Его можно вот на эту маленькую херовинку, которая сзади. Там ставится башенка с токсинами, которая сама по себе поливает. Я боюсь автобус стандарт. Радист Игла, перейдем в более безопасное место. Як. Я сделаю все, что в моих силах. Видимо, его изменили. Наша воля непоколебима. Вообще, это... Как же он называется? Чтоб меня куда подальше. Танк, жук... Скоробей. По-моему, он называется Скоробей в 007-й контре. Очень хорошо. Также спаренная пушка, но чтобы пострелять, нужно полный корпус поворачивать. Плюс пусковая установка ракеты. Также он может двигаться по воде какого-то хрена. И в нем есть гарнизон из двух ракетометчиков, которые будут палить. Он реально может двигаться через воду? Серьезно? Здрасте, плавающие танки. Они должны умереть. Неверные.
Так, тихо. Заберись. Они должны умереть. Ага. Воин пал. Шикарно, мать твою, куда подальше. Ладненько. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас мы пройдем разведочку. Ага. Так, смотрим, это стандартный скат. Херарим. Скат-стор. И наблюдаем. Молодец, генерал, вы получили повышение. Запомнили. Во-первых, нахера мне еще повышение-то? Алло, ребят. Алло! Серьезно? Нахер? У меня не так много способностей. Так. И сейчас глянем на... Нет, не то. Окей. Но смотрим по урону. Я думаю, комментарии излишние. Сколько нанес по радиусу обычный скат-шторм и сколько он вынес. И сколько нанес скат-шторм с этой ВВСВ вроде бы, СБ. Это просто вынос всего, что есть на базе. И видно, что ракеты, к сожалению, по текстуркам они просто влетают внутрь. Точнее, не внутрь, а в землю. Судя по всему, тут какая-то бесполезная пехота, либо он не достает. А мы делаем что вот так. Мы просто херарим все и вся. Канаты затянуты. Так, во-первых, появляется второе дуло. И улучшение самой пушки. Вот и все, ставим их на ворон. То есть эти танки стреляют как артиллерия. Иногда. Или в основном. Да, они стреляют как артиллерия по навесной траектории. Однако они еще дополнительно стреляют мини-ракетами скат. Скат. И плюс еще у них есть оборона от авиации. Мы победили! Которую мы не смогли проверить, потому что, ну, ёпта, надо было проверить скат-шторма. Вот и все. Следующий у нас с вами подрывник. Подрывник. Наверное, пойдем против GLA. А пока что всем спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи. И до встречи с вами в следующей серии.